Итак, всем привет, с вами Дубгай. Мы продолжаем играть за Карфинское королевство в прошлом Инбардио в мод Эквестрия Твор. В прошлой серии мы начали войну уже с блоком Эквестрии. Достаточно успешно ее ведем. Думаю, в этой серии мы уже добьем Эквестрию. И по необходимости высунемся, добьем ее союзников здесь на юге. Параллельно у нас идет жесткий замес на море с участием в основном нашей авиации. Флота у нас здесь везде участвовать нету в таком количестве. Мы здесь немножко топим, что получается на западе. Здесь у нас флот на юге, что мог, делал, но так себе у него это получилось. Хотя какие-то ресурсы на него враг потратил. Ну и самое главное, наши наземные силы очень успешно справляются со своей задачей. Просто космически размениваются хорошо с врагом по людским ресурсам. Я, кстати говоря, думаю по технике тоже. Ну-ка, давайте посмотрим. Сколько мы тут воюем уже? Не так много, наверное, да? Давайте чуть-чуть уменьшим за последние вот 3 месяца. Давайте даже 2 уберем. Хотя, ладно, оставим. Нет, вот это можно убрать, это гарнизоны. Там какие-то микропопытки все так были, но тем не менее. Кстати говоря, мы теряем много снаряжений. Я не уверен, только единственное, что это прям реально... Хотя вот, по нересурс один столько не теряли. Вот, вот наши на самом деле потери. Да, все еще много. Я ожидал, что будет меньше. Хотя и тут тоже, наверное, что-то еще считается, потому что у нас потери в 3 раза меньше. Так что надо подождать еще, тогда посмотрим. Но просто по вот этим цифрам видно, что мы просто на голову превосходим их. А вот и первая капитуляция. Кристальная империя сдалась. Достаточно ожидаемо, что они будут первыми. Они ближе всего, как бы, да, по всем своим точкам. Но мы продолжаем идти на запад. Параллельно здесь еще ликвидируем вот это вот, я думаю, небольшое окружение. И потом они автоматически перейдут сюда, и мы продолжим захватывать Эквестрию. Именно их нам нужно захватить. Кстати говоря, мы тут можем несколько ядерных бомб скинуть. Я тут вспомнил, что... У нас, в принципе, есть на это и бомбардировщики, и бомбы. Так что можно сейчас что-нибудь подбомбить. Нашел местечко на Манхэттен. Но в первую очередь я сейчас хочу сбросить, чтобы поддержку войны сбить. Или в тени других. Но как будто даже это не поможет. Кстати говоря, они сами снижают все военным планом. Он, конечно, дает им другие бафы. Но вот снижает поддержку войны, хотя... По ощущениям, у них там будет сотка еще бесконечность. А значит, нам нужно реально просто их дозахватить. Что поделать? Поехала еще одна капитуляция, хоть и смешная. Это было племя бизонов, вот это вот местное. Но мы продолжаем красить Эквестрию, и она все не сдается. Хотя, ну, я бы сказал, 80% страны уже точно оккупированы. Но, видимо, по военным точкам нет. Тут еще Манхэттен, наверное, очень много стоит. Да будет к нему вернуться. Но пока мы просто красим. Что нам еще остается. Здесь тоже красим. В надежде на то, что они начнут в один момент капитулировать. Кстати говоря, несмотря на то, что потери у нас все еще маленькие. 215 тысяч по сравнению с 7 миллионами, это все еще пыль. У нас уже заканчиваются людские ресурсы, потому что у нас 1 миллион тратится на гарнизоны. Это жесть. Кстати говоря, я истребители все передал командующим, чтобы они тут их успевали туда-сюда перебрасывать. Единственное, я сам контролирую тактические бомбардировщики, но остальное я отдал как бы генералам. Пускай сами уже менеджат эти истребители, их слишком много. Итак, у нас наконец-таки капитулировали ульи. Это неплохое количество войск. Просто испарится. И мы вот-вот уже добьем Эквестрию. Тут, наверное, да, реально Манхэттен мы возьмем. И плюс-минус там... Должно быть уже все, я полагаю. Так и есть, вот она капитуляция. А наша война резко сменилась, они просто вышли из альянса. А? Это типа, видимо, какая-то ивентовая вещь, что ладно, Эквестрия сдалась, мы не будем умирать вместе с ней. По ощущениям это именно что-то подобное, но это нам упрощает очень вещи. Мы просто добьем Оленью. И вот нам наконец-таки сдаются... Собственно говоря, последние города Альянса Эквестрии.
И мы, собственно говоря, вот-вот завершим эту очень жестокую и долгую войну. Да, давайте-ка теперь все это к нам добавим. Приятно, когда регионы по одному добавляются. Единственное, что неприятно, что иногда случаются вот такие баги, и не хватает варскора, хотя ты единственная страна. И все. Теперь наша империя. Ну-ка, давайте. Мирная конференция закончится. И теперь наша империя полноценно контролирует оба континента. Да, здесь есть вот эти микрочелики, но, будем честны, они нам вообще не представляют даже микроугрозы. У нас полностью контролируется западный континент. У нас вон огромное количество войск. Огромное количество людей, точнее, в вооруженных силах. У нас неплохие колонии, откуда мы качаем ресурсы. Да, захватывать все это, я думаю, нет смысла, потому что, ну, там просто мы будем одну страну за другой съедать. И раз уж вот этот альянс вышел из альянса Эквестрии, что, безусловно, приятный сюрприз, мы можем на этом и закончить. Так что, ребят, с вами был TopGay. Подписывайтесь обязательно на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, комментарии, все как обычно. До скорых встреч, пока.